Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательнейшее прохождение. Так. Я хотел поспать и забыл, да? Все как в реальном мире. Давайте сейчас поспим. Доходим. Или что, или сходим этого убьем. Пойдемте этого сначала убьем. Соберем грибочки для ведьмы. Соберем травку. Давай ты не будешь на меня нападать. Спасибо. И пойдем в логово троллей. Я, кстати, не знаю, зачем кидаю эти бафы. Ну, то есть вероятность того, что они тут на что-то повлияют, крайне мала. Скорее всего, вот этот молодой человек за раунд уработает. Несчастного шатунчика. Так, вон он тут бегает. Девчонка. Ну давай. Да. Шатун, к сожалению, сходил прямо под себя. А сколько грибов надо для бабки найти? Не помню. Давайте все соберем. Я не знаю, может быть, девчонки взять эту самую метамагию длительных заклинаний, чтобы на пятый круг высшую невидимость перенести и забить пока вообще на Трикстера ей. То есть вообще забить на Трикстера. Ну, типа, я думаю, что нам более чем хватит урона от вот этих двоих. А девчонку мы будем с собой таскать для того самого, как его зовут там,
Или утилити, что ли? Давай, мельчик, залезай, мой хороший. Всё. Мне кажется, в этом есть смысл. Рублемейкером. Давай. Штучный сорняк. Можно какое-нибудь проклятие изучить. Ну, допустим, ты где изучим. Давайте сейчас вернемся. Мы еще можем к ящерам зайти, там всех поубивать. Так, что нам вообще еще нужно будет? Здесь мы берем зал. Секундочку. Алло. Так, что тут у нас? Рандом энкаунтер замечательный, да? Так, облака. Ух ты, блин. Алька!
Так, пристаночком. Так, девчонкам, на тебя вся надежда. Давайте вернем инвизик. Так, это было нелегко, но мы справились. К сожалению, она проиграла. Мне очень сильно не хватает этой штуки, которая бы снимала. Заклинашки, действующие на области. Вот. Ладно. Поехали к ведьме. Так, тут еще поганые волчки есть. Так, давай, братишка. Плащик резистов плюс 2. Как-то слишком слабо этот плащик работает. Я, наверное, до 15 левела докачаю Магуса, потому что он как раз получит последнюю полезную аркану. Это вот эти вот орудия убийцы. А больше он ни хрена тут не получит полезного. У него и заклинашек-то никаких нет.
Ну, типа, на 19-м это почувствовать уязвимое место, мне просто лень будет кставать. И дальше из него сделаю файтера обычного. Думаю, что так будет более профитным. Защиту от кислоты. Шесть. Бум, 35 урона. Ах ты, хитрый пес, а? Посмотрите. Якун просто по 60 урона первой же тычиной наваливает. Говорит, ну привет. Вот они наши худаги. Он просто его уничтожает. Сюда этих ходагов. Пойдемте убьем крокодилов. У меня еще инвизик есть. Ничего себе, тут еще один крокодил. Это поворот. I found
шансов. Может, все-таки 9-й левел докачать? До похода к королю троллей. Я думаю, если зачистить прям всю карту, то он докачается. Что? Промазал. Не попал. Так, все, слизняков мы убили. Нашли Глуми Бири. Ровно 3 штучки. Так, ну давай. У тебя 2 попытки. Я знаю, что можно пройти позже. Мне просто неохота. Я хочу сейчас доделать эти квесты. Давайте еще подушечку кинем. А что у тебя там по 24, да? Это вот 23. Ну, можно сделать вот так. Двадцать три, 24, несмотря на кота. Короче, какая-то вафля с этим котом, вот что вам скажу. Я не работает. Все отлично. И это было нелегко, но мы справились. Надо было этому додику взять экспертом знания природы. Я что-то облажался с этим делом, да. Был бы +3.
Понятно, то на то, господи. А, код не работает, потому что этот самый Добрая Надежда то же самое делает. Ладно. Так. Подарим все это чепушку бесполезную. А, что нам нужно купить? Давайте оба свитка инвизика купим. Все там. Давайте еще тут лучец доберем. Двадцать тысяч опытом. Ну сколько, допустим, вот в Кургане? В Кургане 2,5, да? Еще 1500 в деревне Лизардов. Или две. Господи, я еще забыл сдать квестик для этой девчонки. Не знаю. Ладно, пойдемте сделаем уже квестик троллей. Я думаю, что мы там без особых проблем все перебьем. Хватит ли мне 416 рационов? Думаю, да. Рандом энкаунтер. А, квестик на троллей. Я же хотел к магу зайти, господи.
Облаком. На тебе. И тебе. Ну, с бандитом. Получается, мы не идем в логово Творолей, потому что я хотел поговорить с Бармалеем. А если я схожу в логово Творолей, у меня не будет Бармалея в этом самом... Поэтому мы сегодня идем убивать ящериков. И не будет Бармалея в тронном зале, и это полный провал. Мне придется постоянно выходить на улицу, чтобы продавать всякое барахло. Это так... Так бесит. Да. Там еще столько бежать. Просто капец, блин, уже сколько бежать. Я думаю, девчонку мы с собой до четвертого этого потаскаем. Я даже не знаю, может этому взять какую-то там камнекожу. В смысле, дубовую кожу. Якуну. Годится. DC-41. Ну, видимо, придется сначала зачистить карту. Пойдемте откроем дверку сразу. Сюда 72 экспы. Давайте поговорим с этим додиком. Пойдемте поговорим с этим додиком.
Don't frighten me. A reckoning is at hand. Насколько я помню, эти ящерки не видят невидимое, поэтому мейн там их просто перерешет. Салатину. Что наколдовали-то? Что-нибудь еще нам нужно наколдовывать? На себя щиточек на всякий случай. Ну вот и конец. Ой. Так, ну те ни до кого не доходят, поэтому... Ага, не попал. Так, давайте поселяемся. Кто там первый входит? Ты? Я вернусь. Угу.
болотом с троллями побежит сейчас себе домой. Так, ну давай-ка эту штучку. Ну, поехали. Первый пошел. Ага, не попал. Как же они бегут-то, ребятам? Давайте у нас как-то добьем уже. Нет, кто ходит первый? Я забыл этому дураку поставить и на тень, чтоб он не это самое. Down.
Чё себе, он её уронил, короче. Бедный. Так, ну все это очередная блистательная победа. Все подняли. Ну, доберем барахло, сейчас еще убьем этих лягушек, и там еще сверху два додика бегают. Что, справимся? Где-то они тут были. Короче, давайте вот так вам. Да. Они справились. Еще один, кстати, плащик с иммунитетом к ослеплению. Мы его вот этому додику дадим тоже. Пойдемте убьем лягушек. Кстати, конкретно на данном этапе игры, я думаю, что... Какой-нибудь инквизитор будет полезнее этой саночки. Может быть, сделать наемника, лучника, инквизитора. Ой. Юстон, у нас проблемы. Капец, проблема, кстати. Ладно, пошутил. Я забыл что-то про эту пачку. Ну, вроде все тут сделали, да? Еще проверочка должна быть где-то тут. Вот она.
Как насчет трех лучников в пати, а, ребят? Мне кажется, это уже немножечко перебор, что ли. Да, этот сундучок. Ну вот сейчас 57 000. Я еще не заходил к Бармалею в домик. Думаю, что в домике Бармалея еще 1002, 2,5 максимум, еще 3,5 в кургане. Это, короче, капец, надо будет запариться, чтобы 9 левел получить. Сходить на гору вот по этим всем локациям поганым. Сюда эти 600 XM. Семнадцатый еще опыта, да? Ладно, ребят, на этом мы закончим. Да, на этом мы закончим, а завтра тогда сходим по верхней части карты, пробежимся, попробуем 9 левел нахоботить перед королем троллей. А пока, всем пока. Удачи!